получается, на самом деле, все это по-разному, но в зависимости от того, какую конечную цель мы ставим. Да, то есть... И дело в том, что, в принципе, чтобы заиграть, ну, чтобы человек мог сыграть простую мелодию, на самом деле несколько месяцев занятия будет достаточно. Вот. Иногда это бывает почти там, на втором занятии, но чтобы это было уверенно и так далее. Вот. А чтобы формировать уже исполнительскую технику, понадобится, конечно, больше времени, как и в любом случае. В чем-то проще, чем другие инструменты, потому что не нужно зажимать, нажимать, да, вот это время, пока нарабатываются мозоли и так далее. Но тем не менее, сказать, что он физически совсем простой, конечно, нельзя, потому что держать руки в воздухе – это уже определенные физические усилия. И, безусловно, он сложнее в том плане, что нет каких-то четких глифов, да, физических. И мышечная память, она вырабатывается, но немножечко иначе, не так же устойчиво, как на других инструментах. Сами инструменты приходят в разных странах мира, в принципе. В России сейчас нет, я надеюсь, что мы исправим. Юбилейный год Терминовокс, потому что, несмотря на то, что в 2020 году он впервые зазвучал, работы над ним начались именно в 1919. А сегодня, спустя 100 лет, Терминовокс занял прочно свое место в ряду музыкальных инструментов или остается забавой для избранных?
Ну, на самом деле, Терминвокс достаточно прочно вошел в мир академической музыки уже в 30-е годы. И во многом благодаря, конечно, Льву Термену и его учеников. Но далее, уже в 40-е и 50-е, он достаточно активно стал проникать в популярную культуру, в рок-музыку. И именно там он, я бы не сказал, что нашел свое место, скорее стал таким немножечко пугающим эффектом, что одновременно сослужило ему немножечко недобрую службу. С одной стороны, это популяризация, с другой стороны, академические музыканты стали смотреть на него через призму массовой культуры. И это не может не огорчать. Поэтому сейчас в мире очень много терминвоксов, они создаются в разных странах, их тысячи, десятки тысяч, и буквально считаны там 10-15 исполнителей академической музыки в мире. И дальше уже мы можем сокращать этот список в зависимости от, в общем-то, вкусов. Откройте страшную тайну, где сейчас первый терминвокс, которого касались руки нашего земляка Ленина? К сожалению, тот самый терминвокс или не сохранился, или пока что не обнаружен. Но зато есть инструменты, созданные Львом Терменом специально для некоторых российских музеев и для некоторых исполнителей за рубежом и в России. А вы ведь, если посмотреть Википедию, пожили при дедушке, скажем так, всего 2 года. То есть вряд ли бы его помните. Да, я обыкновенно говорю, что скорее Лев Сергеевич меня застал, нежели я его. А тогда почему так получилось, что именно вы, представитель младшего поколения семьи терменов, сегодня пропагандируете этот инструмент? Так сложилось. На самом деле у нас в семье 2 человека, которые занимаются профессиональным инструментом. И это, собственно, я и моя бабушка, дочь Льва Сергеевича Термена, Наталья Львовна Термен, которая в детстве, опять же, аккомпанировала Льву Сергеевичу, она пианистка. А в дальнейшем, вот, ну, примерно в том возрасте, в котором я сейчас, она начала заниматься терминвоксом. И я начал заниматься терминвоксом около 8 лет назад. То есть мы видим, что и в случае Натальи Львовны, и в моем случае это уже приход, ну, достаточно осознанного человека к инструменту. И несмотря на то, что определенные основы, да, знакомства с терминвоксом, оно, конечно, в нашей семье происходит в детстве, но Лев Сергеевич всегда считал, что будет лучше, если к нему придет человек, который может ему что-то дать. То есть не просто, в общем-то, наиграть мелодию. Он не считал, что это ценно. Он считал, что ценно, если именно какой-то исполнительский подход, взгляд, да, определенное звуковое понимание инструмента, оно сформируется. Лев Сергеевич сам по себе человек-легенда. В связи с этим есть ли какая-то семейная легенда, самая распространенная о вашем прадедушке, которую можно озвучить? Ну вот, ну, легенда не легенда, но Наталья Львовна, например, вспоминает, что когда она была маленькой, то Лев Сергеевич мог проделать, ну, вот такой, можно сказать, фокус своего рода. То есть, например, ее мама, моя прабабушка Мария Термен, она садилась на стул, Лев Сергеевич брал его за одну ножку правой рукой и поднимал его вверх. То есть можно представить, еще многие вспоминают, что Лев Сергеевич мог, например, засунуть пальцы в розетку, ему ничего не было. Ну, в те годы напряжение в розетке, насколько я помню, было меньше, чем сейчас, но нам бы хватило. Но, тем не менее, это вспоминает не один человек, поэтому... Прадедушка приходит к вам во сне, благодарит вас за то, что вы продолжаете его дело? Нет, нет. И на самом деле я не считаю, что он должен быть благодарен за это, да, я считаю, что ему было бы приятно, безусловно, я на это надеюсь, вот, но мне кажется, что это целый ряд обстоятельств, это, безусловно, я благодарен за то, что Лев Сергеевич изобрел этот инструмент, мне кажется, вот, что терминвокс — это действительно какая-то особая связь между звуком и музыкантом,
И я считаю, что многим полезно даже в факультативных целях, да, многим музыкантам немножечко пообщаться с этим инструментом, научиться каким-то основам, потому что здесь человек и звук — это единое целое. Это достигается музыкантом на определенном уровне, далеко не на начальном этапе. Вначале мы все боремся с физическим преодолением струны, клавиши и так далее. И так складывается, что далеко не все музыканты приходят к ощущению себя через звук. Они иногда, в общем-то, останавливаются на этой механической, да, части. И вот здесь Терманвокс, он вынуждает как бы человека с первого самого момента стать единым целым звуком и переоценить немножечко собственное отношение к, ну, к движению, к дыханию, к телу, к звуку. Так что здесь это инструмент, мне кажется, расширяющий просто действительно наш взгляд на исполнение музыки вообще. А поскольку программа выходит в первые дни Нового года, насколько Терманвокс новогодний рождественский инструмент? Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Я знаю, что, в общем-то, даже существует диск рождественской музыки на Терманвоксе, вот одного из современных исполнителей, и я с удовольствием играю некоторые рождественские песни. Например? Ну, например, Silent Night. Мне кажется, очень красивая мелодия. Все, спасибо. Спасибо.